красив. Ну, вот, вот так вот. Роща карликовых берез. Да, вот. О, как их жизнь погнула. Ну да, не говори. Вот особенно. А вот это природный шалаш. Чудеса северной природы. Можно спасаться от дождя, и от снега, и от града, и от молнии. А чего хочешь? Мешает только одного человека. Нет, два. Там два еще. Один по месяцу. Два. Пожалуйста. С девушкой обязательно. Вот такие деревья противостоят ветрам, холодам, дождям. Растут на неплодородной почве. А тебе не кажется, что они здесь на вот, из-за радиоактивного уровня повышенного такие стали? Считаю, что это все-таки типичный пейзаж тундры. Я согласен, я шучу, конечно. Шучу. Так, сейчас. Я всегда иначе представлял себе березу. А подберезовики здесь есть? Пока ни одного нет. Ну вот так вот. По-видимому, такие же, как березы. Они такие маленькие, что мы их просто не видим. Ну, я шучу, конечно. Опять шучу. Ну ладно.
рюкзаком, с гигантским. Вон он идет, с гигантским рюкзаком. Ну да, покорили, покорили, можно сказать. Вышли на дорогу, ура! 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 Ура!